Всем привет! Небольшой обзор о том, что стоит у меня в ванной. Обзор делаю по заявкам трудящихся. Точнее, по одной, сделанной в личку подписчицей. В общем, уж извините, какая ванная есть. Советский Союз, так сказать. Что у меня чаще всего стоит? Чем я обычно пользуюсь? Начну, пожалуй, вот с этого вот. Это когда-то было жидкое мыло. Кстати, что оно у нас вообще было? Ягодный блюз это был когда-то, ну, флакончик я оставила, еще в основном из своих экспериментов, да, кстати. Я думаю, в ванну вы заходите чаще всего в халате, поэтому не думаю, что будет какая-то проблема, что я в своем оранжевом халате нахожусь сейчас, в теплом и мягком. В общем, на данный момент у меня в этом флакончике находится в роли жидкого мыла лимонный гель для душа и фреше из лимитки, потом в пустых баночках я про него расскажу. Он мне просто не нравится по запаху. Может быть, он не зимний, а более летний. И туалетная вода, точнее, вот спрейчик для тела мне больше нравился, чем гель для душа. Так же, как и скраб для тела. Просто по запаху очень не нравится. Я его решила перелить во флакончик. Он теперь жидкое мыло. Так я его использовала в основном как пену для ножек. Вот это у меня тут мыло самопальное. С последнего моего эксперимента, про который я все никак не напишу, ибо ленивая я, и мне все лень, и все как-то некогда. Ну, с апельсиновыми, мандариновыми, цитрусовыми шкурками хотела сделать скраб, не знаю, что получилось. Теперь у меня рукомыльная. Так, тут у нас кран, который год назад поменялся, ибо пришлось поменять трубы на горячую воду или на холодную, точно не помню. Это вот как раз эффект того, что поменяли. Плитку когда-то делал дедушка. Это у меня флакончик вообще от гринмамовского, по-моему, геля. Но я пыталась сделать жидкое мыло. На самом деле оно вышло очень густое. Я его уже два раза разбавляла горячей водой из-под крана. Это как раз вот из этой же серии. Может быть, на днях все-таки запишу и запощу. Ну и, соответственно, кому интересно, ВКонтакте посмотрите. Это шампунь эйвоновский. Для объема, вот как раз я сегодня им мыла голову, и на удивление он мне очень понравился. Я думала, во-первых, что он будет по консистенции белый и какой-нибудь немножко другой. Ну, в общем, с одного промыла волосы скрипят, он мне очень понравился, я думаю, что я потом его еще буду заказывать. Так, вон там у меня шампунь, но это не мой, это мои бабуси. Крапивный, с травой, тут это всякие перчатки для мытья чего-то там. Это стиральный порошок из пятерки для ручной стирки. Это шапочка, которую я одеваю, когда делаю маски для волос. Так, вот тут у нас она не совсем входит, потому что здесь на ней сейчас не родные лезвия. Они сюда не рассчитаны были. Ну, год назад я попросила Машку Якулеву подарить мне 4 кассетки. Две были вот с этой хренотенью. Кстати, очень удобные гелевые эти подушечки, Gillette. Ну и тут еще, вот, вообще тут место для 4 кассетки. Ну, получилось, что у меня пока тут 2, потому что вот эти вот гелевые подушечки, они несколько крупнее и не вставляются. Теперь у меня снова рука мыльная. Сейчас мне ее придется мыть. Я мою руку. Так, это у меня зубная паста, уже буквально остатки ее. Мне очень нравится жемчуг. Так, вообще эту полочку делал дедушка. Сейчас я попытаюсь вытереть конечность об полотенчика. Полотенчико мохнатенькое такое. Вообще мне его подарила падре-женщина Екатерина Михайловна. Мы с ней играем в театре книги. Ну, и оно вроде как такое для кухни, но я им лицо или руки вытираю, мне это больше нравится. Здесь у меня маска из новогодней, кажется, поменяшки с Аленкой. Она ночная, но я ее пользую как... Теперь как бальзам для волос или как маску просто после шампуня минут на 10 держу, потому что она очень жидкая, пустых баночках, потом про нее расскажу. Здесь у меня кисточка, еще времен молодости, наверное, моего папашки. Я ей наношу краску на волосы, ну или хну. Хна тоже, в принципе, краска. Это пенка для умывания гринмамовская в тюбичке. Я ей довольно часто умываюсь. Это неведомая штука, вообще ее сегодня обнаружила, она у меня стояла вот в этом стаканчике.
Это что-то, по-моему, от Avon, еще когда-то там 12-летней давности. Что-то для скраба. Выкидывать жалко, лежит, не знаю. В общем, она будет лежать, может, когда-нибудь я ей воспользуюсь. Что у нас тут? Это от Ифраше из набора, это щеточка. Допустим, есть у вас сад, огород, и вы покопали в земле. В общем, очень удобная щеточка в этом плане. Вот как раз вторая кассетка от Джерет Венес с этим гелем. Но она немножко побольше, поэтому она сюда вот просто не влезает, так сказать, физически. Это колпачок, он от гринмамовских гелей. И я иногда в него наливаю, а потом из него под струю и делаю пену для ванн в своей ванной. А иногда просто напрямую или в колпачок от какой-нибудь крышечку. Вот по типу такой, да? В общем, вот такой колпачок, стаканчик. Вообще их было много, но вот у меня пока только один, остальные не знаю, где лежат. Это пемза, тоже из Ифрашевского набора вместе вот с этой хренотенькой. Сейчас мы обратно уберем щеточкой. Так, вот это скраб. Я его уже пробовала. Потом в пустых баночках про него расскажу. Но пока его пробовала только один раз. Тут у меня, значит, зубная щетка. Это стаканчик под зубную щетку. И лопаточку. Это гринмамовская скрабирующая для пяточек. Пользуюсь, когда вспоминаю. Иногда я про нее очень сильно забываю. Так, это у нас маска. Скраб. Я ей в основном, в принципе, я ей пользуюсь где-то 2-3 раза в неделю, но иногда забываю. Вообще, или тут какой-нибудь скрабик стоит, или маска такая полуумывальная. Вот что-то такое обычно. На данный момент вот это вот. Это масло вообще для тела. Массажное, фрашевское. Но оно мне, для меня, ну не знаю, я его не очень поняла. Год назад оно мне нравилось, в этом году что-то не очень. Я его добавляю немножко в тазик, когда делаю ванночку для ног. Его и какой-нибудь мыльный гель. Так, ну и что у нас тут дальше? А дальше у нас вон там наверху. Вот это гель для душа, который я сейчас пользую. Это Ифрашевский от туалетной водички. Туалетная водичка у меня есть, это, по-моему, голубые овощи наши, Blue Vegetal, Vegetal, осталось. Не удивляюсь, раз, хотя вроде кажется много, я что-то так очень сильно его выдавливаю. У меня вот, даже думала, что у меня останется только на раз, но вот вышло даже еще побольше. Хорошо он пенится, такой нейтральный запах. И вот скрабик, обычно стоит какой-то скрабик, эйвоновский или фрашевский, на данный момент это морская лагуна. Но я ей пользовалась что-то один раз. Не знаю, то ли я ее не очень поняла, то ли я сейчас пока... Надоели мне эти скрабики. Я в основном пользуюсь гелем для душа. Ну и да, вот это вот моя мочалочка. Что за фигня, не спрашивайте, сама не в курсе. Вот тут тазики, в которых я периодически держу ноги то в одном, то в другом. Ну, я не знаю, наверное, на этом все. Обзор у меня вышел всего лишь на 8 минут. Может быть, я что-то все-таки упустила. И вообще не очень в курсе, так ли я его делаю. Вот тут меня можно увидеть в зеркало. Привет! Если вам было интересно, то я буду очень рада. Ну и до новых встреч. Пока!